Участники 6-го Шадринского инвестиционного форума «Малые города России-2015» в резолюции предложили объединить усилия бизнес-сообщества, органов исполнительной власти и муниципалитетов субъектов Российской Федерации в решении задач продовольственной безопасности страны и устойчивого развития агропромышленного комплекса. Это решение закреплено в резолюции форума. Подводя итоги работы, губернатор Курганской области Алексей Кокорин отметил: на самом деле, я искренне еще раз всех присутствующих в этом зале хотел бы поблагодарить за конструктивную, большую проделанную работу. Прежде еще раз, это организационный комитет, потому что работа по подготовке начиналась еще как минимум за полгода до сегодняшнего, уже можно сказать, благополучно завершившегося мероприятия. Все активно поработали, делегаций было очень много. И сейчас подводятся точные, конкретные уже итоги. Я думаю, что дня через два, через три, когда уже ясно будет, сколько соглашений на предварительные суммы, кто с кем подписал, мы это уже, конечно, опубликуем. Я могу сказать, что мы подписали сегодня на уровне правительства только 6 меморандумов, 2 соглашения. И у меня буквально 5 минут закончилась последняя встреча с потенциальными инвесторами, со множественными делегациями. Работа проделана. Я думаю, что обязательно позитивные, конструктивные решения, вот они будут найдены, и мы будем двигаться обязательно вперед. Глава региона пожелал всем успешной дальнейшей работы на благо развития Зауралья, регионов Уральского федерального округа и страны в целом. По традиции, в ходе торжественной церемонии закрытия Алексей Кокорин вручил награды участникам. На этот раз по итогам форума было выделено 6 номинаций. В этом году в форуме приняло участие рекордное число человек и регионов Российской Федерации и иностранных государств, в том числе эксперты. Помимо большого количества различных выставок, работали 11 деловых дискуссионных площадок. В течение 2-3 дней участники форума могли внести свои предложения в резолюцию, которая затем была направлена в профильное министерство и правительство Российской Федерации.